Всем привет, дорогие друзья, это Хомячок. Вы находитесь на этом видео, чтобы скачать Russian Car Simulator. В Play Market он есть, но он не популярен, вот поэтому нам никак не скачать. Тем более там еще и плата. Ну, а я нашел ссылка в описании. Тут кэш надо скачать и сам АПК. Вот, скачивайте сначала кэш, потом АПК. Если вы не скачаете кэш, то не скачается у вас игра. Так. Скачивайте программу RAR. Так, я чуть потерялся. Так. Там еще устройство. Нет. Сейчас так вниз. Вот. Скачивайте проводник RAR, чтобы распаковать кэш. Ищите папочку Download на уровень выше Android OBB. И ищите кэш. Кэш под названием ZIP. Конце ZIP должно быть и название симулятор. И название игры. Так. Где это у меня игра? Ну, например, вот это. Вот нажимаете галочку, и вот второе окошко наверху со стрелочкой нажимаете. Обзор. На уровень выше и нажимаете ОК. Ой. Вот, и ждете, пока распакуется, и вы распакуете и будете играть. Вот, у меня есть эта игра, где она тут. Вот, так. Она у меня. Так. Сейчас я вам покажу то, что она у меня работает. Так, Мортар, так. Так, Russian Surf. Вот, Russian Car Simulator. Там, конечно, спойлеры есть. Игры, которые я буду записывать, скорее всего. Вот эта игра. Свободно заезд, например. Давайте поедем на Волге 3015. Выбрать загрузку. Ну, игра более-менее такая вот. Немножко, мне кажется, даже недоработанное, можно выбрать белый цвет, например. Выбрать симулятор. Ну что ж, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео друзьям. Всем удачи, всем пока и пишите комментарии. Всем пока-пока.